Почему Google запрещает американским пользователям покупать бургундское вино? Зачем тайванцы сметают с прилавков туалетную бумагу? И кто стал символом летней Олимпиады в Токио? Обо всем этом прямо сейчас. Google перестал искать товары со словом «оружие». В США при наборе английского слова «gun» сервис не выдает ни одной ссылки. Причем отказывается искать любой товар, в названии которого есть это сочетание букв. Например, диски группы Guns N' Roses и даже бургундское вино. Но зато по запросу поиск выдает все необходимые детали для оружия. В компании пообещали исправить ошибку и добавили, не меняли свою политику с 2012 года. Гнущиеся гаджеты. Такие можно будет купить уже через 5 лет. Все благодаря графену, веществу, полученному в лаборатории. Оно крепче стали и тоньше бумаги, но не рвется при сгибании или растяжении. Кроме телефона, ученые пытаются применить графен для кроссовок. Подушечки из такого материала на стельках помогут владельцам обуви правильно распределять давление на стопу при ходьбе. Корейский стартап показал искусственный интеллект, который распознает лица. Помогают ему в этом встроенные камеры и микрофоны. Рост Пиба, так зовут робота, 40 сантиметров. Он может прочитать и рассказать о новостях из интернета или записать встречу в ежедневник. А возможность распознавать лица делает общение с роботом более персонализированным. В Тайване местные жители массово скупают туалетную бумагу. Всему виной слухи о повышении цены. Местные СМИ сообщили о проблемах с поставкой волокна, которое используют для изготовления туалетной бумаги. Тайваньский департамент защиты потребителей успокаивает – слухи ложные. Персонажи из комиксов – символы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Две фигурки в розовую и голубовато-белую клетку. Героев наделили сверхъестественными способностями. Из 2000 вариантов организаторы выбрали 3 финалистов. А за победителя голосовали ученики 16 тысяч школ по всей Японии. В Нью-Йорке в местной оранжерее прошла ежегодная выставка живых цветов. Там зацвели более 7 тысяч растений. Сад создал бельгийский дизайнер. На цветовое решение и сочетание растений он потратил год. Любоваться цветением можно будет до 22 апреля.